Карта интересная. Тихо, а что делать на этой карте? На рудниках-то понять. Тихо, 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 тихо. Не, ну надо ехать куда-то сюда. Это все боты? Ой-ой-ой, все боты. А, у них есть Дима, Дима есть. На эльтракторе. Эльтрактор. А я на МС-1. Эльтрактор может дать люлей, я скажу. Тут есть такие игроки, у них десятки тысяч боев на этих, именно на эльтракторах. Они считаются лучше. Спасибо, не подавай на меня, спасибо. Спасибо, сейчас, сейчас. Спасибо, ай, спасибо. Лярд, жебак, так. 500. Олег, а можно жебак и в кадр? Конечно. Ну, как раньше. Он иногда МС-1 топ. Спасибо, он иногда появляется. Он иногда появляется. Передает привет. Машет лапками. Говорят, поправился. Я серьезно. Разъелся. Так, F7, если лежать, они мне будут... Спасибо, еще погоди, дай сыграю. Видишь, бог ты, бог ты. Против бохтов. Тихо, тихо. Поджать мне сюда. А где этот у них Дима? На этом самом трактере. Трахтебе. Спасибо, сейчас переведу. Спасибо огромное. А он уже тут стоит, ждет меня. Может, он в город поехал. Не лететь. Ну, тут некогда мне, сука, сводиться. Опа. А нахер я сюда приехал? Меня отсюда могут раздупендивать. Слышишь, ты там не борзей. Он на меня едет. А я смогу чуть что вот так перевалиться и использовать в качестве укрытия эту дичь. Могу. Тихо, стой, да куда ты? Да я тебе дам люлей. Вальдемар, Вальдемар, вот пусть бы Вальдемар и нырял. Каток ему надо сбить. Да ты задрал! Бля, как их развалить всех, алё? У нас на базе танки? Это наверняка этот Димон. Приготовиться, тихо, стой. Сведение жуткое. Надо ехать. Надо здесь дожимать. Надо здесь давать люлей. А как это сделать? Блин, карта слишком большая. Они все там. По идее, здесь кто-то может быть. Да, ты один может здесь только быть. Заплёвся, бедолага. Хорош. Вон они в центре. Нужно срочно центр раскупоривать. Быстрей, пока наш бот в центре жив. Стрелять. Просто неимоверный дэмэдж наносить надо. Райт, сука, нау. Не лезь. Живи, я помогу тебе, друг. Ля, я сюда, не от меня. У, сука, программы эти. Мне кажется, мы проиграем. Мне кажется, я неправильно сделал, что сюда поехал. Мне кажется, я пока не уверен в этом. Стреляй, не стой, смотри, не смотри. Наноси дэмэдж. Ух, а вы, я тебе мешаю? Стреляй, нет? Во, лупенди, друг. Молодец. Ля, он попадает. Ля, в отличие от меня. Оруж. Эльтрахтер. Это Дима? Где Дима? Надо... Тихо. Вот он. Стреляй. Их там двое. Их там двое.
Долгое сведение. Их там двое, прикрыть надо. Ты решил туда съездить? Может, этих отмудохать и базу взять? Тихо, свечу. Шотных добивать. Да ты задрал, слышишь? Как они выворачиваются, народ! Сюда едем. Просто бегом. У нас один возвращается. Вот. Стоп! Не туда едем. Сюда едем, все верно. Блин. Братан, куда ты на своем? Убегаем. Просто убегаем. Теперь этого надо добивать. Ситуация поменялась. Втроих въезжать я не настолько хорош. Эти боты играют, мама дорогая. Через стычки придется. Ну, может, и не придется. Он тут один, конкретно один. Надо попробовать его. Да, попробуешь. Получил. Сейчас отсветимся. И поедем что-то делать. Интересно, а если им потыкать, они поедут, куда я покажу? Главное, что они вот это не заняли. Эти боты могут. Тихо. Вот он. Пулькаем. Сведение жуткое, долгое. Киберспортивный каточек. Не хочет лететь пуля. Да. Пулька не летит. Пулька не летит. Сзади! Ротный. Хорош. Отсвечиваемся. Очень много хп потерял. Боты! Киберботы! В атаку! Поехали, они едут, они молодцы. Каток. Да ну что ты будешь делать? Голды осталось. Едем. Я один-два их могу не развалить, вы шо? Я в инфе на них поехал. Шотного сначала добрать. Готово, добрал! Сказал, сделал. Шотного сначала добрать. А потом этого как-то. Вместе с подмогой. Ребята, не хочу в ангар, отлечу, буду смотреть, как они могут... Я не знаю, что от них ждать, это боты. Рыли. Продамажьте его. Каточек киберспорт. Он не может стрелять в меня, потому что у него ствол не опускается. Мое, седьмой фраг, седьмой, есть, семь, всю команду развалил, хорош, кто-то посмеется, развали всю команду, развали, сделай, это эйс, сука, это лайк, это, сука, лайк, и т.д., и т.п., спасибо, во, эйс,
Во! Взятка! Награда! Хорош! Применить. Сколько я? Что я? А что у них Дима сделал? Дима тоже играл. Без вопросов, Дима играл. И если бы... Его влияние тут действительно, вот этого даже игрока, да, его влияние здесь ощущается. То есть здесь он может. Я никого ни в коем случае, что вы не подумайте. Я сделал 7. Всех. Мне мои боты специально заключительного оставили. Хорош!